Так, подъема первого. Все, вышел, лифтап. Команда на запуск, двигатель первой ступени. Меняйте на запуск. Есть контакт подъема. Pressure in main engine and rear engine is nominal.
260 секунд, полет проходит нормально. ILV flight is nominal. 270 секунд, осевая перегрузка ракеты в норме. ILV axle load is nominal. 280 секунд, маршевый рулевой двигатель работает нормально. Main engine and vernier engine performance is nominal. 290 секунд, полет нормальный. Flight is nominal. 30 секунд, стабилизация ракеты в норме. ILV stabilization is nominal. 310 секунд, давление в камеры сгорания двигателей в норме. Pressure in main engine and rear engine is nominal. 320 секунд, есть сброс головного обтекателя. Движение ракеты устойчивое. Payload fairing jettisoned. ILV motion is stable.